Сегодня на площади Победы Софийской пожелали удачной командировки сводному отряду управления МВД по Новгородской области. Полицейские отправились в служебную командировку в Республику Дагестан, где сменят своих коллег. Горячими точками предгорья Дагестана давно уже не считаются. Командировки на Северный Кавказ для новгородских полицейских – обычное дело. В этот раз туда отправляется уже заметно меньше силовиков, чем в прошлые годы. Но задачи все те же – в течение полугода охранять правопорядок в республике. Сотрудники региональной полиции выезжают в служебные командировки на Северный Кавказ с января 1995 года. Несколько сотрудников за мужество и проявленный героизм были удостоены различных государственных и ведомственных наград. Это и испытание, конечно, и повышение профессионального уровня. Это организация взаимодействия с силовыми структурами. Это обмен опытом других регионов. У нас очередная командировка в Северо-Кавказский регион. Все для нас знакомо и понятно, поэтому все отработано. Губернатор Андрей Никитин пожелал полицейским выполнить поставленные задачи. Также к правоохранителям обратились руководство регионального парламента управления МВД, общественники, представители новгородской метрополии. Но главные и самые убедительные напутствия полицейские получили от своих семей и близких – вернуться домой живыми и здоровыми.